Дамы и господа, мы вновь рады приветствовать вас на летних новогорских играх. Ставки повышаются, ведь до финала остался всего один шаг. Кстати, как думаете, кто сегодня победит? Поставьте видео на паузу и напишите свой ответ в комментариях. И не забудьте поставить лайк этому видео. Мы начинаем! Всем большое, пламенные друзья! Бум! Это уже первый полуфинал наших первых новогорских летних игр. Антон Бурдасов, Евгений Тимкин. Сейчас парни выберут, в каком виде спорта они поборются за путевку в финал. Ну а я, собственно, им мешать не буду. Давайте, парни, тяните карточку. Это гольф. Ну, я обязан спросить, пацаны, как у вас с гольфом вообще, вы сталкивались как-то с ним по жизни? У нас в Челябинске вообще, мне кажется, их нет в гольф-поле. Все как с бейсболом, да? Ну, так же, да. Гольф-клюшки продаются, но без мячика. Да, и по вечерам ходят тоже с гольф-клюшками, без мячика. Такая же история. Ну, значит, будем все вместе знакомиться с этим новым видом спорта. Гольф, первый полуфинал, погнали! У игроков будет по 5 ударов. Бить будут по очереди, но вместо мячей для гольфа мы подготовили для них яйца. 5 настоящих, а 5 искусственных. Рассматривать яйца нельзя, просто выбираешь и бьешь. Выигрывает тот, у кого яйцо улетит дальше. Давай, на кто первый? До дна. Давай ты старший. Старший в пекло, давай, нет? Давай. Давай, Тимыч, попер. Выбери, выбери яйцо, скажи, какое. Оттуда говори. Вот. Это что, яйцо было? Не под мою руку, как я буду бить? Встань поближе. Да не под мою руку, тяжело. Давай, вот это беру. Ну это все. Подожди. Это все. Крышка улетела, ну, да. А яйцо стоит. Это же яйцо. Нет. Яйцо? Нет. Я 5 из 5 яйца буду бить. Давай. Это тоже мастерство. Все лицо в яйцах будет. Тимыч, я тебе сказал, что я 5 из 5. Вот, ребят. Я тебе говорю, он раскусил. Тимыч, подскажи хоть, какое лицо бить. Первый раз играю, ребят. Делайте вывод. Один удар можешь все решить. Даже клюшку держишь неправильно. Главное, на льду я правильно ее держу уже. Вот, все. Ну что, до забора ставь, что или как? Ага, до забора. Жень, что, даже не я подлетел. Тебе сказал, один удар просто, дай мне попасть, все. Хоть бы он в яйцах измазался. Но он что-то знает, короче, в этой игре. Давай, бей яйца. Жень, мне одного удара хватило. Ну это яйца. Может, я яйца не буду? Прям со всей силы по нему дай, чтобы прям вот все лицо в яйцах было. Да, годится. Ну что, я пробую. Я же сказал, один шарик мне нужен. Один. Человек тут бьет 3, 4, 5. Один. Ладно, попробую на рекорд пойти. Что ты? Победой. Не, ну конечно, если были бы клюшки леворукие, было бы жестко. Слушай, так это яйцо. Это яйцо? Да. Да ладно. Ты ударил так, что не разбилось. А вот это мастерство уже, я считаю. Оцените, это мастерство уже. Ударить яйцо, чтобы не разбилось. Фанфары в студию. Таких крутых партий в гольф, наверное, даже Тайгер Вудс не выдавал. Итак, наш первый финалист Антон Бурдасов. А вот кто ему составит конкуренцию в борьбе за чемпионство, узнаем совсем скоро. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск летних новогорских игр.